где? Ты где? Я поняла. И как? Ты один? Ладно, тут этот домовой опрос об эвакуации. Мы не открыли. Спрашивают, кто эвакуируется и куда? Чего? Не знаю, куда. Я ничего не сказала, говорю. Я не открывала дверь. Звоните дальше. А Женька сказала, звонила Минченко. Приходили, сказали, этот, значит, куда-то в другую часть. Наверное, Воронеж. Ну и, короче, это то, что они предлагают. А так, предложение куда-то. Ну, короче, сваливают люди на панике уже. Ничего мы не делаем. Очкуем мы. Ты на связи не был. Ну, сейчас, да. Не знаю, какой коровник прислал сарафан 4 полета. Будь на связи. И не ладь там долго. Давай.